Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, мы должны сегодня получить Лигу мастеров 3 звезды. И поэтому я сразу же начинаю именно с этого. Так, так как у нас майки здесь, я смотрю, я возьму, наверное, Армагона. На всякий случай перестрахуемся мы пиццелицем. И возьмем, блин, ну опять же, друзья мои, если сейчас Майки сделает первым ход, если он сделает уклонение, то все мои старания пойдут коту под хвост. Потому что вряд ли я смогу пробить. А он так и делает. Ты посмотри на него, на этого засранца, ребята. Ой, ёпрстэ, ну, Армагон, давай, не подведи, родной. Чё? Что это было? Он вообще никого, ребята, не задел. Просто никого не задел. Ну, соответственно, вот, ребят, вот. Я говорил, что будут риски. Вот они вам, риски. Вот они. Ты посмотри, что происходит. Я... Ну, я в шоке. Я вообще в шоке. Что он здесь затевает, а? Мы по-прежнему не можем бить. Короче, сейчас они мне уничтожат Рафаэля. Это однозначно. Это 100% тебе говорю. Возможно, даже еще кого-нибудь положат. Пиццелица пока стоит. Ну да, сейчас уничтожат Рафаэля. Я попробую так вот сделать. Это, конечно, трэш. Все, бедный Рафик у меня упал. Нормальное начало, да, у нас? Просто великолепные. Они задолбаются бомбить Армагона, это однозначно. Но... промахнулся. Да я брошу пиццу. Да иди ты в пень, блин. Да... какого лешего? Ребята, ну какого лешего? 74 уровень против 92, блин. Ну как может быть такое? Ну... я офигею просто. Если сейчас еще и Армагон промахнется с тремя атаками... Нет, не промахнулся. Но все равно, ребята... Все, минус пиццелицей. Ты прикинь, как меня здесь раскатали. В первой же катке этот вшивый Рафаэль, блин. Ой, Майки. Все абсолютно мне испортил. Абсолютно все, ребята, испортил. Все вот этим своим уклонением. Ну как? Как может сделать уклонение, и оно настолько хорошее? Я тебе могу доказать обратно, ребята. Я могу взять того же самого Майки, сделать уклонение, и ты поверь, не поверишь, они будут по мне попадать. Они будут по мне попадать, даже если у них будет уровень ниже. Понимаешь, в чем дело? Например, у меня там сотый, да, я сделаю, 70-й будут меня пробивать. А тут Армагон своей ультой, мощной, ребята, ультой, он ничего не смог сделать. Ну как так-то, блин? Ну, вы хотите сказать, что это справедливо? Нет, это вообще несправедливо. Двух бойцов замечательных просто слил в никуда. Просто в никуда, ребят. Слил их в толчок. Если тебе будет так, как говорится, понятней. О, господи, да как же так-то, а? Куда катится мир, а? А какой черт твоей бабушки может быть тут справедливость, а? Причем вообще ни по кому не попали. Просто вот, как будто Армагон кинул свой валун в никуда. Не, я все понимал. Я думал, ну может быть он Майки там наконец-то не завалит или еще кого-нибудь. А он никого вообще не тронул. Бесявый хмырь, а. Не могу, прям раздражает. Мне в последнее время, ребята, что-то вот аж прям так даже до трясучки. Помнишь серию, где мы с тобой растения против зомби-герои? Как меня там, я там психанул просто уже, ребят, все это просто труба была, что они там вытворяли, просто раскатывали меня. Здесь то же самое начинается, это что за поворот такой, а? С чем, блин, это все связано? Я не пойму. Как специально все делают. Сегодня, ребята, тоже решил поиграть в растения против зомби. И там опять наполучал втыка. Правда, я не записывал, я так за кадром поиграл. Это какой-то трэш. Этот Майки, блин, ну это бесячество. Просто самое настоящее бесячество, ребят. А вы еще спрашиваете, почему ты избегаешь? Почему ты берешь все время сильных? Ну потому что, ребят, вот так вот происходит. Все, завели меня, блин.
Мне сейчас спать надо ложиться, я завелся, блин. Твою налево, в первом поединке, надо же. Не, я говорю, ребят, я думал, что что-то будет неладное, но не до такой же, блин, степени. Вот здесь тоже, да? Пит повесил уклонение, но мы же попали. Мы же попали по всем. И там бы хотя бы по одному кому-нибудь могли бы попасть. Ну нет, вообще весь отряд простоял. Ах, господи. Так, ладно, давай возьмем с тобой. Ну вот так вот сделаем. Причем я тебе говорю, будь у меня там Майки в команде, и мы бы сделали с тобой уклонение, они бы прописывали бы по мне удары. Просто попадали бы. Ничего бы мне там не помогло. Давай сюрикенами. Угу, минус двоечка. Так, ушатываем Макмана. И остается Хламон. Все. Кстати, ребят, я себе заказал игрушку. Мягкую плюшевую игрушку черепашек-ниндзя. Пока заказал только Микеланджело. Придет, посмотрю, какое качество. Стоит ли мне еще троих братьев заказывать. Как придет, я вам покажу. Она такая маленькая, всего 20 сантиметров. Но что-то мне так понравилась она. Мне захотелось. Как, знаешь, как маленький ребенок. Захотелось игрушку плюшевую себе. Вот, посмотрим. Стоит она того или не стоит. Если хорошее качество нормальное, то я закажу тогда и Рафаэля, и Леонардо. Ну и, естественно, кто там у нас? И Донателло. Так, что-то опять пошло не то, по-моему, ребят. Ну-ка, давай с гранатомета. Это еще удивительно, что у меня Кирби выжил. Две атаки по нему было произведено, и он выжил. Друзья, сегодня мы попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. Это как пить дать. Единственное, что мне не нравится, это как я быстро что-то всех растратил здесь. Ну, я имею в виду в плане всех топовых бойцов. Я уже сплавил практически. У меня остается... Что-то не то мы делаем с тобой. Что-то неправильно пошла у нас игра. Так, давай, как Рэнк, пожалуйста, своим лучом бомбани. Хорошечно только, хорошечно бомбани. Чтобы все упали. Ну, почти. Так, Шархан, красавчик. И... давай, плевок. На тебе. Этот плевок, ребята, еще снимает защиту с противника. Так что получилось, что мы сняли защиту. И сразу же еще и пробивной такой влепили ему. Ну что, тридцаточка? 32-я. Ну, правильно, по 10 ступенек мы пролетаем, так что все нормально. Давай возьмем Супершредера и Слэша. Офигеть, у меня еще столько бойцов неотыгранных, а я, блин, уже практически всех топчиков разобрал. Ладно, ничего страшного, сейчас будем брать Маузеров с тобой обратно. И Маузеры с кем там у нас? С остатками роскоши пойдут. Так, постепенный урон почти на всех лег. А вот, сейчас мы торнадо сделаем. Молодец, Слэш. Хоть где-то ты не подвел. Блин, мне до сих пор первый поединок, ребята. До трясучки. Вот завелся я. Просто завелся. Теперь не будет мне давать покоя, блин. Так, Усаги. И возьмем сюда Маузеров. Раз, два, три. Поехали. Бомбарбия, Киргуду. По-другому не скажешь. Слушай, а что, у Саги инициатива больше, чем у Маузеров? Да? Ну, получается так. Давай, Маузеры, родные мои, добивайте там. Осталось у них хп очень мало. Все великолепно. Саблезу, ребята, вот тоже, кстати, бестолковый, если честно. Вот мне он не нравится. Что-то как-то 17... Что-то мы очень медленно, по-моему, продвигаемся. Тебе не кажется? Давай возьмем так. У меня откаты есть еще? Ну, благо, есть. Еще пока. Так, 77-й ранг у наших противников. 79-й уже даже. Оу, и это Крис Брэдфорд имеет. Так, ребят, сегодня у меня крайняя смена будет в ночь. И завтра уже будет выходные. Ну... как обычно, первую смену я прихожу домой и сразу
спать ложусь, то есть отцепной у меня чисто... Отцепной. То есть я как бы не играю, ничего не делаю. Вот, а там уже посмотрим по обстоятельствам. Может, какие-то, как обычно, дела появятся и тому подобное, знаешь, ничего не получится. Не, ну поиграть-то в любом случае один хоть день, но зацепим игровой. Так, давай вот этих вот отыграем, балбисиков. Это у нас черепашки космос. Две черепашки космос и майки. Мне, знаешь, что удивляет, что Микеланджело вот держит мунчаки свои, да, а цепочка у него вместо того, чтобы висеть, ну, цепочечка, да, она у него вот так вот стоит. Сфига ли она должна стоять, то есть она должна провисать. Ну, бамс. Круто. И добивка. Ну, маузеры знают свое дело, поэтому на них, как говорится, я и полагаюсь. Итак, все, ребятушки, Лига Мастеров 3 звезды, 98-я позиция. Бойцы у нас еще есть, так что мы дойдем, ну, топчик, может быть, не возьмем, потому что не хватит у нас, наверное, откатов. Но, а может быть, и возьмем. Ну, даже если не возьмем, все равно, ребята, завтра будет у нас топ, ну, как сказать, Лига Мастеров 3 звезды. Естественно, завтра будет откат. Я попробую проснуться как раз к этому откату. Или не ложиться спать. Нет, не ложиться спать, это тоже, ребят, как-то тяжело до 3 часов продержаться. Лучше лечь сразу после работы, да, где-то в 9 часов утра лечь, встать где-то в часика 2, это будет, наверное, оптимально. Как бы и день еще впереди целый у тебя, да, и поспал, не будет тебя спать так клонить. Так, ну что, давай тогда продолжим. Я беру Армагона, я беру маузеров. Мы уже практически приближаемся к запредельному, ребята, уровню, то есть 79-й, 79-й и 77-й. Еще буквально поединок другой, и все будут бойцы у нас против 79-й уровень. То есть нам придется им противостоять здесь всем. И, соответственно, там без двух топовых бойцов нам абсолютно делать нечего. И ты заметь, что постоянно вот на высоких рангах дается сплинтер и маузеры. Раньше их было очень-очень мало. Мы когда играли, маузеры, чтобы нам выпадали, этого практически не было. Как только у меня появились маузеры, против меня стали выпускать маузеров. Тогда давайте сделаем так. Где же ваш крэнк? Где же ваш супер шреддер? Объясните мне, пожалуйста, на милость. Они же у меня есть. Почему вы ботом их не засунули? В чем проблема-то? Я не понимаю. Я не вижу в этом вообще никаких проблем, ребят. Взяли, воткнули и все. Но нет, их нету здесь. Да даже у Саги нету, ребята. Чего уж там говорить про Крэнга или про Супершерда. Даже у Саги нету в противниках. Такое ощущение, что как будто ни у кого в команде их нету. Ну, бред. Конечно, бред, ребят. Так, ну что, 68-я. 68-я позиция. Давай возьмем маузеров и Крэнга. Раз, два, три. Откатов всего лишь 11 штук осталось. То есть получается на 5 поединков, да, грубо говоря. А я сейчас посмотрю, мы сможем в следующем поединке сделать, например, откат на маузеров взять, а к маузерам прицепить кого-нибудь из 80-ников и победить таким образом. Потому что, в принципе, маузеры наносят очень много урона, там остается только лишь добить. Единственная проблема, это будет в инициативе. Чтобы мы ходили первыми, а не противник. Вот возьмем вот эту команду, например, да? Вот возьму маузеров на откате. Раз, два, три. Блин, вот... Вот тут, не знаю, ребят, 71-й ранг. Сейчас посмотрим, что маузеры здесь сделают, как они поступят. Ага. Так. Молодец, молодец, красава. Ну-ка, заморозка будет срабатывать? Есть. И проникающий. Ну, вот здесь отлично получилось все. Здесь получилось прям великолепненько.
Итак, переходим с тобой на 48-ю позицию. То есть, получается, нам где-то, грубо говоря, еще 5 поединков нужно отыграть. Но я не вижу в этом чего страшного и сложного. Так что 5 поединков уж как-нибудь мы отыграем. И откатов хватит. И персонала тоже хватит нам. Ну что, поехали. И, как всегда, ребята, кто-нибудь один достается в живых. Стоит там и лыбится еще. На балалайке поигрывает, да, типа. Так, ну что, 38-я? Окей. Давай вот этих вот возьмем. А если я, например, сделаю немножко не... Блин, не хочу рискнуть. Ну ладно. Так и вот так вот. Без маузеров попробуем. Блин, я, наверное, зря это сделал. Без маузеров сейчас. Сейчас как пойдет расклепон. Будете без маузеров. Тут же, видишь, тут же еще Донателло у него есть. Хотя... Не, нормально все должно получиться. Донателло... Я просто боялся, что Донателло успеет захилять всех. И моя атака, получается, супершредером будет напрасно. 27-е место. Блин, везде Маузер, везде Микеланджело эти лезут. Супер Шреддер и Крэнк. Супер Шреддер и Крэнк. Раз, два, три, вот так вот сделаем. Че там, какая разница, в хвост идти или с головы начинать? В принципе, без разницы. Так, Супер Шреддер пошел. Но это что-то как-то не ахти. Постепенно урон он повесил только на одного, получается, у нас, да? На двух. На двух этих буржуев, но, тем не менее, мы с тобой здесь победили. Так, 17-я позиция, да? Угу. Получается, еще два поединка. Как раз, ребята, два поединка. Это у нас по откатам все получается. Тютелька в тютельку, как говорится. Хотя, ты знаешь, игра может нам опять же пакость сделать и не 10 ступенек провернуть, а 5. Или 2. А как помнишь было, вообще с места не сдвинулись. Как будто просто поединок и не дрались вовсе. Так что радоваться пока еще рано. Хотя у меня долларов много тут накопилось уже. Я могу себе, ребят, позволить купить. Ну что, 7-е? 7-е место? Да. Пока идет все как надо. И последний поединок. Я возьму здесь Леонардо и возьму здесь Армагона. Раз, два, три. Да ладно, что себе... Нифига, как у нас крутенько получилось, ребята. Всех отыграли. Просто, я еще забыл же, мы с тобой ежедневки не делали. Там же тоже получаем, сколько там, 5 или 6 откатов. Так что в любом случае у нас бы хватило бы все. Так, спокуха, спокуха, дядя, я Дубровский. На, лежать бояться. Ну и прекрасненько. Все, ребята, мы получаем с вами топовое место в Лиге Мастеров 3 звезды. Ух, как же это было давно, ребята, и неправда, а? Я уже и забыл, что мы когда-то с собой в топчике сидели практически постоянно и не вылазили. Никому не давали возможности туда забраться. Так, ну что, давай пойдем накажем этого Шреддера, который там выпендривается на 6-м канале. Сейчас, так, у нас здесь... Ну давай, наверное, Шархана в первую очередь бомбанем. Так, что-то пошло не по плану. Ладно, фиг с ним. Ну лупанит его хорошо-то, а? Есть. Бамс. Лежать. Ну нифига, у Рафаэля очень даже неплохой удар. Вот этот, даже обычный. Ты видел, сколько он пробил ему? Так, рекламная пауза. Stand B. Перерыв, типа, да? Вышел, вышел. Причем, ребята, он когда шел, у него не было в руках меча. Он когда топнул ногой, у него откуда-то меч появился. Я так и не понял, откуда. Откуда он его взял? Непонятно было, конечно. Ну ладно, это я уже так просто придираюсь.
ищу в игре. Уже за столько лет вроде бы все пересмотрел, но есть некоторые вопросы к определенным там действиям. Ну что, теперь давай мы прокачиваем нашего пиццелица. У нас хватает мутагена. Так, и дальше идем опять же на нашу Эйприл Кунэйчи. Так, там, по-моему, осталось тоже немножко. 12 кружек всего лишь найти. Так, одна есть. Вот и вторая кружечка прилетела. И вот она и третья. А вот здесь уже начинает хандрить. Так, четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. 10, да, нужно? 10, по-моему, кружек. Все. Или что? Блин, 12 надо. Ну хорош. Ну что ты, ну. Вот. Все, ребят, прокачиваем. До 5-й ступени. Чтобы нам до 6-й ступени прокачать, ребят, нам нужно поднять уровень 70-й. Если ты еще, конечно, не забыл. Так, здесь я забрал. Все. И пойдем теперь вот сюда. Вот в испытание. Сам знаешь, что мы будем сейчас фармить. Это не надо мне. Это мне тоже не надо. Жетоны и подавно не надо. Вот, эксперт снаряжения, ребята. Давай попробуем здесь теперь выудить эксперт снаряжения. Есть, друзья мои. Ну что, теперь добываем. У нас. А у нас не хватает сыра, к сожалению. Но тем не менее, два эксперта снаряжения получили. Это уже, ребята, хорошо. Здесь еще и награду с тобой забираем. 3000 долларов. Давно такой суммы у меня не было. Так, ребят, ну что? В принципе, все, что я хотел сегодня сделать. Так, нам надо докупить, кстати. Вот так вот. 549, нормально? Нормально. Самое то, что нужно. Все, друзья мои, на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.